Две недели или 336 часов, не выходя из помещения. Настоящие герои в белых халатах. Шестая смена в инфекционном госпитале подошла к концу. 13 медиков в самых разных отделений городской больницы наконец-то увидели солнечный свет. На пороге в учреждение спасителей ждет сюрприз. Вы, несмотря ни на что, заступили на шестую вахту, которая сегодня у нас благополучно закончилась. Я очень рад, что вы все живы-здоровы, улыбаетесь, глаза вас сияют. Большое спасибо не только от стороны администрации городской больницы города Салават, но и от всех тех, кого вы спасали и спасаете в эти дни. Каждый из врачей, кто вышел с вахты, получил благодарственное письмо и денежную премию. В их числе и Гузель Рахимкулова, врач-терапевт и заведующая шестой сменой Салаватского инфекционного госпиталя. Мы зашли на смену 29 июня. Сегодня 13 июля, отработали ровно две недели, выходим. Результаты, я считаю, неплохие, потому что к шестой смене, да, работы уже накопился определенный опыт. Более стала организована работа в нашем госпитале. Но, в принципе, сейчас остается, наверное, как сказать, накапливать, продолжать опыт всех стран, всего нашего мирового сообщества медицинского для дальнейшей борьбы с этим недугом. Ну, мы собрались быстро, конечно, организовали вот этот госпиталь, да, и начали принимать 21 апреля. У нас зашла здесь сюда первая бригада. Мы начали первых больных здесь принимать. Именно ковидных больных, которые были положительные, когда только вспышка пошла. Вот, и это то, что мы здесь организовали госпиталь, она, конечно, она после того, как мы его отремонтировали, начал соответствовать тем инфекционным требованиям и противоэпидемическим. Но я думаю, что она оправдала свое. То, что мы здесь работали, здесь организовали отдельные здания, что нигде не касается никого, вот это, конечно, помогло. И город, конечно, нам очень хорошо помог в этом. В этот же день в бой с инфекцией COVID-19 вступила и седьмая смена. Главный врач городской больницы Ильшат Япаров пожелал достойно выдержать очередную вахту. Я работаю здесь совсем недавно, буквально 10 дней назад я вступил на эту должность. Я с первых дней столкнулся с тем, что здесь работают настоящие профессионалы. Ну, конечно же, терпение, потому что мы прекрасно знаем, такая знойная жара, очень тяжело. Мы стоим в рубашках, нам жарко, а они в течение смены, в течение 6 часов находятся именно в защитных костюмах. Это очень жарко, очень тяжело. Поэтому им, конечно же, терпение, профессионализм. И также, чтобы мы их через 14 дней здесь вместе встретили. Никита Черепанов, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават».